Напечатал на 3D принтере формы для аккумуляторных клемм. Печать слоем 0.1. А сама клемма, друзья, выглядит вот таким образом. Сейчас будем заливать в эту изготовленную форму гипс. Так, ну что, дамы и господа, залил гипс. Вот так выглядит форма. Стянул все это дело вот резинками. Немножко вот так вот трес, да, чтобы пузырьки вышли. И вот так рукой снял оставшиеся пузыри с гипсом. В общем, пускай застывает, посмотрим, что получится. А вот, друзья, предыдущие результаты, когда я заливал. Получилось вот что-то типа того. Делал такую пирамидку в 3D напечатанную форму, и получилось очень даже хорошо. Что, друзья, вот такой результат получился. Еле-еле вытащил из формы. Ну, единственное, что плюсик вот этот отвалился немножко, а так все получилось прямо как и было задумано. То есть даже фактура осталась от 3D печатной формы. Тут вот пузырик у нас остался, но место быть тому, что такие формы работают, конечно, да. А плюсики сами застряли у нас вот здесь, в форме.